Фотовыставка работ известного фотографа Сергея Бурасовского прошла в библиотеке имени Пушкина. Мероприятие организовало издательство «Охотник» совместно с медиахолдингом «Вечерний Магадан». Фотограф Сергей Бурасовский в Магадане работал долгое время, но уже 20 лет не был на Колыме. Руководитель издательства «Охотник» Павел Жданов представил авторский альбом «Фотограф Сергей Бурасовский. Почти портреты», который выпустил недавно. Это настоящая фотография – это то, на что вы смотрите и о чем вы думаете. Знаете, когда вы подходите к фотографии и проходите мимо нее и не задумывались, значит, это не настоящая фотография. Это касается и живописи в том числе. То есть, если вы остановились, начинаете рассматривать, наверное, это настоящее, потому что вас что-то притягивает, вы пытаетесь разгадать загадку этого произведения. А если вы прошли мимо, значит, там нет ничего. Сам фотограф Сергей Бурасовский мероприятие посетить не смог в связи с тяжелой эпидобстановкой. На фотовыставку приехали ее партнеры, представители фонда имени Конрада Аденаура в Германии. Четыре представителя приехали в Магадан, это иностранцы из них, и они были безумно счастливы. Во-первых, кто-то впервые из них увидел Колыму, увидели наш город, они под впечатлением большим вчера вот проводили, уехали, и очень ему понравилась сама выставка. Понравились люди, тоже оценили магаданцев на то, что, говорит, мы гуляем, все такие улыбчивые, доброжелательные и так далее. То есть у меня была на самом деле гордость за наших земляков. По словам иностранцев, Сергей Бурасовский – это не только фотограф, а настоящий художник. Немецкий фонд имени Конрада Аденаура работает уже 30 лет. Его представительства есть по всему миру, в том числе и в России. Мы занимаемся и политикой, и культурой, и являемся мостом между нашего родина Германия и России. И у нас очень-очень много объединяет, у нас очень много партнеров здесь, в России, и в политике, и в культуре, и правозапад церковь. Но такие проекты, как это сегодняшний, это для меня всегда особенный праздник, потому что это действительно один художник, который стоит поддержать. Вечерний Магадан и издательство «Охотник» планируют дальше организовывать такие фотовыставки. Как отметили сотрудники, поддержка иностранного фонда имени Конрада Аденаура для них играет большую роль в организации таких мероприятий.